Всем привет! Сегодня я хотел вам предложить посмотреть работу Александра Андреевича Иоанова «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» в описании Марины Николаевны Шумовой, искусствоведа. В поисках подхода к большой теме, которой художник посвятил многие годы, Иоанов написал картину «Явление Христа Марии Магдалине», ценившееся им как начаток понятия о чем-то порядочном. Картина написана в Риме после путешествия художника по Италии, предпринятого с целью изучения старых венецианских мастеров. Идеализированная статуарная фигура Христа, локальный цвет, условность пейзажа и драпировок связывают картину с академической традицией. Но по-новому, подойдя к евангельскому сюжету, решив его как психологическую драму, Иоанов создает произведение с глубоко человечным и поэтическим женским образом. Изобразив Марию Магдалину в тот момент, когда, оплакивая Христа у его гроба, она вдруг воочию увидела своего учителя, художник передал сложную экспрессию чувств – волнение, слезы, радость, преданность. Душевное состояние Марии находит выражение не только в ее прекрасном лице, обращенном к Христу, коленопреклоненной позе, порывистом движении. Особую выразительность художник придал волосам женщин. Золотисто-пепельные, шелковистые, они оттеняют нежное лицо, способствуя впечатлению душевной чистоты. Картина была выставлена в Риме вместе с работами Капринского и других художников и имела успех. Будучи отправленной в 1836 году в Петербург, она была показана в Академии, также произвела впечатление. Критика отмечала ее необычное действие на душу. Доставив Иоанову звание академика, картина послужила основанием для продления срока его пребывания в Италии. Вот как описывают картину Александра Андреевича Иоанова «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения» Марина Николаевна Шумова, искусствовед. Картина имеет размеры 242×321, масло холст, слева внизу подпись «Александр Иоанов, Рим, 1834 год». Поступила из Эрмитажа в 1897 году в Государственный русский музей. Всего всем пока, всем привет, до свидания. Сегодня мы увидели картину Александра Иоанова «Явление Христа Марии Магдалине после воскресения». Все пока, всем привет, до свидания.